Две секунды, блядь, и сдох нахуй. Как заяц, блядь, как кролик. Я мужик, блядь. А потом, блядь, с этим букетом ходит, блядь, в другой букет сует. А потом удивляются, что баб нормальных нет. Потому что нормальные бабы никакого мужика нахуй себе больше не хотят. Из-за вот таких вот долбоебов. Думаю, что постоянно одни долбоебы только вокруг. Ни с кем не хотят, не знакомиться, ничего. И занимаются саморазвитием, блядь, и зарабатывают бабки на жизнь себе. А поебаться можно, блядь, вот двумя пальцами или самотык себе купить. И все, блядь. Вот она вся проблема. Даже женитесь хоть 10 раз, мне похеру. Какая разница? Влюбляйтесь, гуляйте. Женитесь, расходитесь. Какая разница? Вообще кому какая разница на чью-то жизнь? Просто я умная и мудрая. Я этого не отрицаю. Я работаю с 13 лет. Я знаю, как зарабатываются деньги кровью и потом. Я работала всю жизнь с утра до самой поздней ночи. И типа, блядь, чтобы вот так вот сидели какие-то пидорасы, что-то про меня говорили. Естественно, у меня будет злость, блядь. Привет, я кусовщик. Но я не говорю прям конкретно про всех. Про кого я говорю? Они сами. Чтобы делать мне замечания. Я сама знаю, что мне нужно. Спасибо, Женя, бег за ручку. Я со стороны. Просто пока люди сами не начнут с себя. Почему так рано? Потому что надо было как-то обеспечивать свои хотелочки. Ну, хотя хотелочек у меня особо и не было. Надо было просто одеться.
каждый день покупала продукты, я заправляла машину, я ремонтировала машину. Но не, как сказать, не страшно что-то было, но так по мелочи. Я сына обувала, одевала, покупала ему детское питание. У него детское питание, это 20 тысяч на неделю. Типа обеспечивала родителей.